Здесь пока все. Да. Это другое место. Другое место. Пойдем вешенки искать. Ну а пока что-нибудь сейчас найду другое. Это горькушка. Они съедобные, даже нормальные. И это, наверное, поддубешка. Сейчас. Да, это поддубешка, но она подзасохла маленько. Не нужна. Маховики хорошие попадаются, не червивые даже. А эти рядом, вот такие вот. Сейчас перевернул. Посмотрю. Немного подмерзли, подсохли, но ничего, чистенькие. Рядовки дымчато-серые, вот они. Вот они. Вот млечники. Мы их называем горькушки. Я их возьму за неимением груздиков нынче. Их тут много. И мне не лень. Вот такая красота растет под деревом. Мне нравится. Маховики я вижу. Рядом еще один здесь. А вот рядовки. Целый ряд. Ну, сюда никто не забрел, потому что маховики его забрали. И вот там еще рядовки. Их не взяли. Просто сюда никто не заскакал. Не перескакал. Пока я тут брожу, вешенок, наверное, не нашли мы. Не нашел он. И этот гриб подолешник. То же самое, что и горькушка. Точно. То же самое. Вот такой вот он. Закончу этим красивым пнем. На нем кобылки пристроились. Вот такой вот лес. Поедем дальше сегодня.